Дорогие калининградцы и жители области, дорогие братья и сестры, в связи с постановлением правительства Калининградской области о введении всеобщего режима самоизоляции и по настоятельной просьбе патриарха Московского и всей Руси Кирилла, обращаюсь ко всем прихожанам Калининградской митрополии воздержаться от посещения богослужений в храмах до особенного благословения. Вместе с тем, понимая важность молитвенного стояния в период трудностей и испытаний, связанных с пандемией, смиренно прошу всех православных христиан усилить домашнее молитвенное правило о скорейшем прекращении эпидемии, о наших властях и медицинских работниках, об исцелении заболевших, и о благоразумии и спокойствии в эти непростые дни. Общая молитва нас объединяет даже тогда, когда нет возможности посещать храмы. Церковь в лице своих пастырей будет продолжать возносить молитвы во всех храмах Калининградской епархии в соответствии с уставом богослужения. Церковная молитва не прекратится ни на один день. Таким образом, вместе священники у престола Божьего, миряне у себя дома, будем в эти дни Великого Поста сохранять христианское благоразумие и гражданскую ответственность. Храни вас всех Господь, дорогие братья и сестры!